Коллеги, я благодарю вас всех за ту работу, которую мы с вами провели в течение длительного времени. Был сложный процесс, мучительный был, были препятствия, были невозможные решения вопросов. И тем не менее, эту тему мы с вами на сегодняшний день закрыли. Все три суда были нерудной компанией проиграны. Они подали Верховный суд Российской Федерации, их иск был отклонен. Поэтому тема карьера на сегодняшний день закрыта. Продолжение этой темы будет нами с вами. Это отважный и разведчик, бывший разведчик. Значит, предварительно есть информация о том, что в этом районе отважного и разведчика будет создан туристический центр, где будут предусмотрены 6 экскурсионных троп. На себя функцию это берет Таврида. Ну вот мы с Егором смотрели там, были у Рожко. Вроде бы тема должна решиться положительно.